Благодарственные письма президента Республики Казахстан, именные часы от акима города. Более 40 петропавловцев отмечены наградами за активное участие в избирательной кампании на выборах президента. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. В зале представители разных сфер – это госслужащие, энергетики, предприниматели, ветераны, педагоги, медики. Все они принимали активное участие в избирательной кампании на прошедших выборах президента Республики Казахстан. Сегодня разрешите мне от имени акима области Ерик Хандиновича Султанова в первую очередь выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваше активное участие в кампании на выборах президента Республики Казахстан. Состоявшиеся выборы – это еще раз наш общий успех и одобрение курса дальнейшей реформы на модернизацию нашего общества, процветание каждой семьи, каждого казахстанца. А теперь приятная церемония награждения. За активное участие в избирательной кампании 30 петропавловцам вручают благодарственные письма президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Евгений Лебедько работал на избирательном участке номер 642. Сегодня он в числе награжденных. Я был доверенным лицом президента Республики Казахстан на выборах, неочередных выборах. Участок располагался в областном перинатальном центре. Данное доверие мне оказано было впервые. В сфере последних событий в мире это очень важное событие. У нас в стране стабильность, межнациональное согласие. А эти благодарственные письма, именные часы от акима города. Хотел бы поблагодарить вас за ту высокую оценку, которую вы дали штабу. На самом деле члены штаба, доверенные лица, агитаторы, волонтеры, их у нас насчитывалось более 600 активных штыков штаба, проделали громадную работу во время предвыборной кампании. Стоит отметить, на выборах президента Республики Казахстан в Петропавловске проголосовало более 133 тысяч горожан. Это порядка 95% от общего количества избирателей. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.